семена капусты, ранее красавицы, на рассаду сеют в апреле, мае. В этот же период их можно посеять и в открытый грунт под пленку. Высаживают рассаду в конце мая, июня. Сбор урожая проводят в сентябре, октябре. Кочаны имеют округлую форму, листья красно-фиолетового цвета. Средняя масса плода от 1 до 2 кг. Вкусовые качества сорта отменные. Урожай пригоден для использования в салатах, приготовления маринадов. Устойчивость к вредителям и болезням у сорта семян капусты ранее красавица хорошая. Капуста краснокочанная ранее красавица – это травянистые. Капуста краснокочанная ранее красавица имеет ранний спелый срок созревания. Плоды имеют массу от 1000 до 2000 грамм. Форма у плода округлая. Цвет плода красно-фиолетовый. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.